I wanna fool, but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. But I like to party. Touch, touch, touch. But I got nobody here on my own. I wanna fool, but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. Since the day we party. Лето подходит к концу, а мы только открываем детские площадки. И сейчас мы приехали на Красногвардейские пруды. Тебе нравится эта площадка? Ты мой сладун. Ты знаешь, что тебе скоро в сад идти? Да-да. Ух, плохой садик. Самый лучший, где воспитывают детей. Каю, погнали! Еще поедешь? Да. После крутых площадок летом что нужно делать есть? Мороженое. А у тебя какое мороженое? Радугованное. Радугованное. Мне шоколадное. Правда говорят, вот вторые дети, они сумасшедшие. Да, вот он так сидит, здесь как бы высоковато. И вот так предпочитает есть запеканку. Ты мой идеальный сын, а? Да, обязательно нужно за рулем снимать ботинки, Робик. Обязательно. Так, водитель, за дорогой следишь? Робик, где дорога? Когда едешь за рулем, следить надо за дорогой. Мы собрались и едем на шашлык. Так удобно стало с ним, когда он гоняет на самокате. Я думаю, так все делают абсолютно. Коляска загружена под ноль. Это говядина в беконе, да? Мячик. Отдай мне мячик, малыш. Прикольно. Говядина это необычно. Мне кажется, надо попробовать. Вот так у нас. Раз, два, три, четыре, пять! Последние летние денечки. Мы в Серебряном Бору. Ой, прям бережок. Ботинки снять. Робик, ботинки. Давай, 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 давай. Человек с фингалом скрывает подарок. Что это у нас? Робик думает, что это машина. Видно? Это микробы. Это микробы? Нет, это хлопок. Мы хотим микробы посмотреть. Ну, будем микробов тоже смотреть. Давайте, здравствуйте, Аркадий. Ну что, ребят, вы поняли уже, наверное, что у нас появились супер-мега-новые весы. Да, теперь я буду взвешиваться еще сложнее. Мне захотелось
уже достаточно давно на рынке появились вот эти вот всякие весы, с которых что-то определяют, но у нас все время как-то не доходили руки их купить, и вот они и появились, потому что прошлые уже прям начали лагать по-настоящему. Основное преимущество этих весов, что там можно измерить аж 12 параметров. Жир, количество воды, белок, строение, сколько ваш возраст на самом деле. В общем, если там поковыряться, куча всего интересного, и можно смотреть динамику. Все делается это через приложение. Ты ставишь на весы, уходишь, потом приходишь на работу, на диван, куда-то садишься, включаешь приложение и анализируешь, что же у тебя там происходит. То есть, мне кажется, тоже очень удобно. Честно, я не знаю, насколько это работает так тонко, но пишут в инструкции, что через вас пропускают небольшой разряд тока, но вы об этом, конечно же, как бы не паритесь, вы об этом не чувствуете. И с помощью этого, обязательно вам, кстати, надо быть босиком, после этого у вас за 3 секунды считываются все параметры. Нельзя беременным и людям с кардиостимулятором, то есть это все прописано. Также этими весами могут пользоваться все члены вашей семьи, все ваши друзья. Кого позовете, все могут пользоваться, потому что у приложения неограниченное количество пользователей. Идеально. Да, на Аркаше мы это все проверили, на себе можно проверять, но я пока не взвешиваюсь, вы знаете. И причем мы пробовали с Аркашей по-разному, что-то одевали, снимали, все одни и те же параметры. Аркаш сейчас жутко болеет, поэтому у него все красное светится, но есть о чем работать. Да, от весов, конечно, далеко не убежишь, они стоят всегда на видном месте, и тем более они такие умные, поэтому мне в 2 раза страшнее на них подходить. Но я добьюсь цели, и они у меня покажут классный результат. Те же 18 минут остались. Угу. Разные сидели, у вас так круто получается. Это будет хорошо, мам. Это будет замечательно. Вечно довольное лицо Аркаши, когда мы в выходные остаемся с детьми вдвоем. Дорога в конце. Вы такие замечательные, ну правда, я все время повторяю и буду повторять. У меня сейчас не было возможности спуститься, подписчица приезжала, ей кое-что отдавала, и она передала букет. Я бы укладывала Робика, я очень извиняюсь, что я не спустилась, я не знала, что там букет, я бы с радостью спустилась, болтала с тобой. Она, кстати, приходила ко мне на встречу, и сейчас мы переписываемся с ней в WhatsApp, и она, представляете, что мне пишет. Мы сейчас, по твоим словам, едем в Грецию через моего турагента Катю, потом мы едем на Пелопоннес, который я снимала, и будем с твоим экскурсоводом. Мне так это льстит. Помимо этого, еще в Москве они любят ездить по местам, которые я показываю. И вы не представляете, как это приятно, когда вроде бы мой дом 2 смотрит и что-то для себя подчеркивает. Так что тебе привет, Наташ. Спасибо огромное. Я дико извиняюсь, что я не вышла. Девочки, с чего начинается мое утро? Утро — это котлетки куриные со шпинатом и сырники с отрубями. Поехали. Ну, найди выход из этой ситуации, найди. Подумай, что это папины шорты. Ура, нам привезли детскую кровать, пойдем встречать. Ты что, кровать принимаешь? А что? Нам вот туда. Так, куда, чего? Туда, ага. Все, наше святое место. Герочка. Да, сейчас покажешь. Вот так. А я умею. Вот так. Вот так вот. Молодец. Смотри, как я могу. Смотри. Ух ты, ничего себе. Ну и что, и кто это там внутри? Малыш! Сейчас откроем. Джинбир. Ты придумала ему имя? Будем его звать, знаете как? Как? Рекс. Рекс? Да. Супер. А то я сейчас его захлебну. Давай ты, это же твой Рекс, это же не мой Рекс. Рексик. Да, друг мой. Твой друг? Да. Все, дособрали до конца. Вот такая кровать у нас получилась. Очень прикольно. Я ушла от двухэтажной и сделала все-таки вот такую. Мне нравится, хорошо, кстати, влилась, к стене подходит. Вам как?